до нашої студії завітала косметолог Наталя Тарнавська. Доброго ранку. Що ж розказує нам? Класифікація косметики, яку краще обрати, які надати перевагу і яку взагалі, коли ми використовуємо? Косметика подразделяется на такие классификации. Магазинная косметика. Это масс-маркет, middle-market и так званая селекционная косметика, то есть лакшери, люкс-косметика. То есть это косметика, которая продается в магазинах, она в широком доступе, она может в любом супермаркете стоять на витринах. Чем она отличается друг от друга? Вот масс-маркет, middle-market и лакшери – это тем, что масс-маркет – это самая низкая ценовая категория. Но под низкой ценовой категорией также кроется и низкое качество косметики. Там много таких средств, как парафины, минеральные масла, которые есть продуктами переработки нефтехимии. Они очень быстро забивают поры, поэтому очень часто наблюдается такая картина, как комедоны, черные точки, и они появляются очень часто. То есть девочка, которая пользуется такой косметикой, должна намного чаще проведывать косметолога и удалять вот эти нежелательные последствия. Тобто, обираючи косметику з мас-маркету, ми повинні розуміти, що вона коштує небагато, але і компоненти, які туди входять, також не будуть коштувати більше, ніж сам продукт. Да, конечно. Это больше, ну, больше идет реклама. И, ну, сами подумайте, если стоит крем, например, 200 гривен, реклама, упаковка, работа, это 150 гривен, ну, остается 50. Что такого хорошего можно наложить вот в этот сегмент косметики? Наталю, чимало зараз б'юті-блогерів на усіх своїх YouTube-каналах, у них є такі, можна сказати, блоки «Дешево та гарно». Вони кажуть, що мас-маркетовську косметику можна обрати, вона буде не гірша за люксову. Кажуть також, що деякі виробники мас-маркету штампують так само і люкс, видають тільки за упаковочку. Чи дійсно це так, що можна обрати з мас-маркету щось добре, а у люксі можна нарватися на щось погане? Бывает и такое. Можно с такой косметики выбрать что-то интересное, но если вы умеете читать составы, если вы понимаете, что плохо, что хорошо, тогда да, можно выбрать. Но это надо разбираться в химии, хотя бы элементарно немножко, чуть-чуть в латыни, чтобы понимать вот название этих средств и что есть плохо, что хорошо. К этому, да, нужно готовиться. И можно... Правда также, что большие концерны, они вырабатывают как дорогую, так и дешевую косметику. Но не всегда правда то, что и там одна и та же косметика, просто отличаешься упаковкой. Например, вот косметика, которая идет уже лакшери, ее еще называют селекционной. Специально для такой косметики выращивают растения. То есть, то есть она более дорогая. Там действительно косметика более высокого качества. И туда уже входят органические какие-то материалы, травы. Туда входят органические консерванты, которые не так повреждают кожу. Но все равно это все масс-маркет. Чтобы как-то понять, ну, я вам просто объясню. В законодательстве магазинов, ну, вообще в законодательстве Украины, России и стран постсоветского союза есть такое понятие, как вот магазинная косметика не должна проникать глубже, чем поверхностный слой кожи. То есть она действует только на поверхности. Это, то есть, либо это масс-маркет, либо это middle косметика, либо это лакшери. Все она, вся она дает только косметический эффект, но не лечебный. Даже если она разглаживает морщины, то она не настолько разглаживает, там много, то есть она создает такую пленку, то есть визуальный эффект. Да, вот как пакетик у нас, он сморщенный, добавим туда водички, он разгладится. Угу. Водичка уйдет, он опять станет тобто у нас сморщенным. То есть доки користуємося косметикою, доки результат и є. Да, это косметика, у нее девиз «не навредить». У них нет лабораторных исследований, которые проводят какие-то анализы, какие-то вот там опыты, чтобы именно лечить проблему изнутри. У них в основном «не навредить» и желательно не вызвать аллергическую реакцию, поэтому там очень, да, очень мало, маленький процент активных веществ, активных компонентов, ну, где-то 5-10% таких активных компонентов, которые будут действовать, то есть человек может себе не навредить. Любой человек, который зайдет
магазин, можете выбрать себе любую косметику, любой, в принципе, категории, и, в принципе, не навредит, потому что глубже, чем на поверхностный слой, она не попадет. А чи будет она корисна, эти косметика? Ну, я бы из всех косметики я бы выбрала все-таки, если пользоваться магазинами, то все-таки лакшери. Все-таки 80% органических веществ это не минеральные масла, это не переробка нефтехимии, это более качественные все-таки ингредиенты. А ось якщо у мас-маркеті ми вже розібралися, що не такі якісні компоненти, як у люксовій косметиці, а ось у люкс на люксову інколи не вистачає грошей, залишається мідл-маркет. Що це таке? Багато хто з людей, не знаючи, що це за сегмент косметики, просто не купує її. Це золота середина між вот этими двумя косметиками. Она немножко идет немножко дороже, и там действительно меньше продуктов нефтехимии, меньше всяких самых дешевых веществ, парафинов, вазелина вот этого. Она немножко лучше. Но если уже вы не можете купить люкс, ну, лучше уже, конечно, middle market. Но самая дешевая косметика, она ну, не принесет. Я не, ну, это такой миф, я не знаю, как. Это как детский крем разгладит морщины. Поэтому, ну, у косметики все равно необходимо дивитися на собівартість. Конечно, и на качество. Вы наносите, ну, может, это уже идет больше эффект плацебо, потому что очень много рекламы. В основном рекламируется косметика магазинная. Мы не видим, чтобы рекламировали профкосметику. На магазинную косметику очень много тратится рекламы. Это самые лучшие места в магазинах. Это реклама со звездами. У нас на телеканалах мы тоже очень часто видим. Это огромные затраты. Это реклама международная, междуконтинентальная. То есть по всем континентам это бешеные деньги. Деньги и затраты. Вот за это мы и платим в магазине, а не за качество. А ось так звано, у нас люди частіше всього аптеці дуже довіряють. Аптечна косметика, вона є корисною чи не є? Да, аптечная косметика, она идет более качественная и более полезная. Именно аптечная косметика, она направлена именно на лечение проблемы. То есть не на эстетическую красоту, а на лечение. Но очень важно знать, что аптечная косметика, она лечит, и ее должен назначать врач, косметолог, дерматолог. И зачастую, если человек сам выбирает себе такую косметику, дабы излечить какую-то проблему, он может нанести вред, неправильно подобрав компонент. Если вы идете к доктору с простудой, ну, то есть там с вирусным заболеванием, он не назначит вам одно средство. Обычно он назначает комплекс средств, там, чтобы не вызывало потом аллергия, чтобы, ну, то есть одно, второе, третье. Так же и в этой. Если мы лечим одну, доктор должен предвидеть, что может быть пойти аллергическая реакция, потому что сильные активные компоненты там есть. Он сразу назначает средство, которое будет увлажнять кожу, если это идет подсушивание и так далее. Чимало людей плутають поняття професійна косметика з аптечною, а також професійну з люксом. Вони вважають, що те, що використовують професіонали, професійні візажисти, професійні косметологи, то це або люксова косметика, або аптечна. Чи це дійсно так, чи професійна косметика – це також окремий сегмент? Да, идет дальше профессиональная косметика, это у нас действительно отдельный сегмент, но чтобы отличить профессиональную косметику от магазинной и аптечной, ну, в принципе, это просто. Это салонная косметика, то есть она есть косметика, профкосметика, она с ней работает в салонах, и также у нее есть, ну, вот, линейка для салонных процедур, а также есть линейка для домашнего ухода. Ни в магазинной, ни в аптечной косметике таких линеек нет. Проф и домашние. Зачем это нужно? Например, когда вы ходите в спортзал и вы хотите, ну, за некоторое время привести себя в форму. Но если у вас нет возможности ходить там, через день или два раза в неделю, есть возможность, допустим, ходить раз в неделю, да, к тренеру, чтобы он подкачивал определенную группу мышц. Вы ходите раз в неделю, вы понимаете, что за посещение раз в неделю вы особо фигуру свою не выведете на определенный уровень. Поэтому тренер может назначать вам какие-то упражнения домой.
чтобы вы вот дома, например, делали вот такие-такие домашние упражнения. Да, домашняя так званая работа. В спортзале вы делаете упражнения, вы потом их делаете дома, и, естественно, вы можете добиться какого-то результата. Также и в косметике. Если вы приходите, вы не можете, ну, не часто человек может позволить себе ходить часто к косметологу. Поэтому проводятся процедуры там, и уже как домашняя работа, человек уже наносит себе средства дома. Потому что, ну, это точно так же. Если ходить раз в неделю, раз в месяц к косметологу и не пользоваться домашней косметикой, продолжение салонной, то особо результата не будет. Делайте, ну, если делать чистки там раз, даже раз в месяц, все равно вы должны питать кожу, постоянно дома что-то наносить. В салоне косметолог делает 20, ну, максимум 30% от всего качества вашего лица. Остальные 70% это лежит уже на, ну, вот, на человека, ну, это уже домашня робота, то, що ви робите вдома. А ось чи варто, чи взагалі можна використовувати ось цю професійну косметику щодня, там, носити постійно, всі ці, так, да, постійно? Можна, тому що там різні вікові категорії, є косметика, яка просто захищає лицо, косметика просто ухажуюча, усилюючий імунітет. Например, до 25 есть косметика специально для подростков. То есть не обязательно должна быть очень сильная и очень агрессивная. Она просто должна проникать глубоко в кожу и как бы компенсировать те потери, которые организм теряет, ну, тобто, во время своего роста. Тобто косметика борется не только с поверхностью, а уже проникает и глубже. Ну, конечно, она залаживает размножение клеточек. У ребенка, когда он рождается, почему он такой весь пухленький, такой мягенький? У него, например, гиалуроновой кислоты вырабатывается на 100%. Уже у взрослого человека, вот там 25-30 лет, гиалуроновая кислота вырабатывается на 70-50%. То есть 50% организм уже не вырабатывает. Поэтому вот эта косметика и способствует, ну, помогает, да, компенсацию вот этой, ну, то есть выработки вот этой кислоты. То есть она закладывает клеточки, которые будут больше размножаться и которые будут хотя бы косвенно, ну, приближать вот к той же сумме, к той процентной ставке, которая вот бывает у нас при рождении. Поэтому очень часто, кстати, девочки говорят, а можно детским кремом пользоваться? Он такой хороший, там, ну, нет ничего. Можно, если у вас кожа, как у младенца. Да. Мы же не кожу младенца, мы же ее не делаем. Просто иногда думают, что если я буду пользоваться кремом, как у младенца, то у меня, ну, кожа будет тоже как у младенца, но мы забываем о том, что такие крема для детей, ну, в основном как, используются, когда у них кожа часто в подгузках, потеет, вот эти испарения потом. Ваша кожа, ну, кожа лица у девушек в таких условиях не пребывает. Поэтому детское надо оставить деткам, а нам уже пользоваться на дівчинка. Це обирати саме те, що підходить особисто, да, вам індивідуально. Конечно. Далечка, за допомогою твоїх порад ми зрозуміли, що обираючи мас-маркет, мідл-маркет та люкс, ми можемо не переживати, що щось піде не так, тому що дуже глибоко у наші шкірні покриви ці компоненти не зайдуть. Але обираючи вже професійну та аптечну косметику, необхідно радитись із професіоналами, із лікарем-косметологом та дерматологом. Да, да, совершенно верно. Такая косметика не навредит. Если хотите купить, вам нравится упаковочка, пользуйтесь. А вот такую лучше выбирайте со специалистом, потому что действительно можно навредить коже. Дякуємо тобі. Ще таке одне маленьке питання, маленьке. Я ось коли обираю косметику, пишуть, не протестовано на тваринах. Що це означає? І чи це є взагалі корисна косметика? Ну, вони з цього таку рекламу роблять. Ну, это относится к более натуральной косметике. Это есть еще один такой сегмент дополнительный. Их действительно не тестируют на животных. Много косметики тестируют на мышках, свинках, морских. Поэтому она, да, очень жалко, но я не думаю, что она там сильно вредит. Может, у них будут какие-то высыпания, что-то вот такое. Это относится к натуральной косметике, которые у них и баночки, которые перерабатываются, ну, то есть они не повреждают нашу экосистему. Такая косметика просто по натуральности, там больше масел. Но она мало действует, она не сильно эффективна, она может увлажнять хорошо, немножко защищать, но она слабенькая в антиэйдж и слабенькая в борьбе с куперозом и акне.
Угу. Тож органічну косметику натуральну. Можна увлажнені, за, ну, защита. Ну, а от але не в боротьбі з якимись глибокими. Слабенька буде, да, лучше все-таки. Вона хороша. Брати більш професійну чи аптечну. Якщо проблема у вас є, да, то лучше бере, ну, лучше а скомпонувати можна для зволоження обрати щось органічне, а ось для боротьби з проблемами на шкірі обирати щось уже більш таку важку артилерію. Да, можно, но в чем плюс косметики, вот линии косметики? Потому что если это гель для умывания, тоник, крем одной, например, линии, например, вот там есть косметика, у них там азулен идет в основе, то вы умываетесь, потом тоник наносите, и вот эти средства, они усиливают друг друга, то есть вы наносите, и идет усиление эффекта. Поэтому тобто обирати однієї фірми тонік, однієї фірми кремчик, однієї гель, це так робити не можна. Ну да, вот опять же сравню з спортзалом, если вы, получается, тут вы качаете мышцы бёдер, потом вы приходите домой, качаете мышцы рук, там вы качаете мышцы груди, и током вы не током, ну, то есть разные направления, как оно должно быть все в комплексе. Вы должны подкачать сначала одно. Не мають працювати в команді. Да, в команде. Подкачали второе, подкачали потом третье. То есть одна проблема решили, вторая проблема и третья. Тобто вирішуємо проблеми по мере их поступ. Да, по чуть-чуть оттуда и оттуда, ну, как-то не сильно действенно. Ось так розібралися сьогодні мої дорогі телеглядачі, як обирати правильно косметику, щоб вона не нашкодила, як дивитися за врахуванням ціни та якості, дізналися різницю між люксовою, професійною та аптечною косметикою. І у цьому нам допомогла наша постійна порадниця, косметолог Наталочка Тарнаська. Наталко, залишається одна хвилинка, пропонуємо тобі звернутися до наших телеглядачок і побажати їм... Прийшла весна, вже пішов температурний спад. Що б ти могла побажати нашим глядачкам для того, щоб щоранку вони прокидалися гарними і посміхалися своєму відображенню? Яку косметику ви б не вибрали, завжди повторюю, найкраща косметика – це ваше настроєння, ваша романтичність, ніжність і жінственність. Це найкраще украшення для жінки. Якщо ви будете спокійні, радісні, веселі, щасливі, ну, краще вас не знайдеться нікого. Тому радості вам і щастя. Тож ми дякуємо нашій ранковій гості.